Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем играть в Atomic Heart. А это что такое? Кстати, интересно. В общем, сегодня попытаемся разгадать тайну черного дупла. Я вспомнил, что можно было открывать ворота, помните, в деревне, через камеры, а я этим не воспользовался. Возможно, именно поэтому там эта точечка светила. А-ля что-то можно сделать, а что непонятно. Так, я совсем не хочу с вами ссориться. На данный момент хочется просто пройти и пробежать. Блин, цельная обойма, а? Требуется на тебя. Да нет. Тот уровень эффективности, на который я рассчитывал. Так, надо это самое просканировать. Это, кстати, тоже хорошо. Какого-нибудь бота. Вот смотри, паркур здесь работает. А в остальном нет. Так, нам куда-то сюда. Камера, ты мне не мешаешь делать мои темные делишки. Никого нету. Это радует. Так, камера, значит, да? И где этот гриф? Где этот ваш гриф? Ага, вот. Так, вы меня тут не это самое. Так, что-то не то. Мне показалось, что я могу управлять ими, но нет. Ах, как хочется. Так, гриф, значит, да? Где этот ваш гриф, 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 гриф? Монорельса, камера, хорошо. Это там, это там, это там. А в каком же месте может быть контроль за другими вещами? Так, что-то вы мне загадки задаете такие, а? Так, непонятно. Так, что это у нас такое? Это гриф, это самое. А где у нас эта штука была? Как все сложно. Нет, не так. Как все сложно. О, я что, его открыл, что ли? Прикольно. Что за фигня? Ладно. Пошли. А что, ящики заново регенерируются? Чё ты блестишь тогда тут? Если тебя поднять нельзя. Это забавно. Кажется, предмет, походу, застрял. В уровне баг.
It's a bug. Та-та-та-та-та-там. Товарищ, в любом удобном случае сохраняйся. Она открылась. Дверка открылась. Что это такое? Что это дает? Что? И что? And. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Ты что сделал? Привет. Да ёкарный мобай. Где этот маркер, который бы обозначал, что... Что случилось? Что делать? Что происходит? А, нет, ты просто поднялся наверх. Хорошо. Так, это не пошло так, как надо. Что-то нам дало? Что-то нам дало-то? Объясните, пожалуйста. А то я тут это выключил, а там включил и все такое. Пам-пам-пам, вот туда нам надо. О, что-то непонятно. Это ресурсики. Это пчелки. Трупы пчелок. Правда, все трупики одинаковые. Как будто это скелеты от Вовчика. Смотрите, он спит, малыш спит. Ух, какая прелесть. Малыш спит. Так. Я хочу... Все, я закрыл, что ли? Я молодец, я молодец, и не говори. Да, блин, я не понимаю, как вы тут включаете, выключаете эту херню. Открыть-то можно? Но, видимо, я выключил, и все выключилось. Неприятно. Неприятно это. Но мы переживем. Что-то там есть, а? Правда? А как ты сюда прикрепился, а? Забавно, забавно. Ага. Так, немножечко спокойствия, да? Сюда попасть надо, а? Давайте я, блин, просто это еще одна тайна черного дупла, тайна темного дупла. Что бы тут могло быть, а? По карте я нахожусь здесь. Значит, оно... Мы спускаемся через этот лифт, что ли? Или как тут? Или там через какое-то предприятие? Ладно, бог с вами. Поехали.
Пойдемте. Спят усталые игрушки, но не в этой. Тачки. Электричество. Есть? А если найду? Летят девчонки, летят. Не-не-не, неинтересно, неинтересно. Продавцы полосатых палок. Ай, блин, какая фигня. Ну почему никто не может нормально объяснить, что надо делать? Сидишь и думаешь, придумываешь. Сам себе, блин, конструктор. Вот, мы смотрим сюда, смотрим сюда. Нет. А как тебя тогда тут активировать? А, вот. Вот зараза, да? А я вот столько терминаль кам то мы будуар. Красиво. А зеркала какие громадные. Для чего они? Зеркальные сборки освещают внутреннее помещение ВДНХ естественным светом, а также выполняют функцию солнечной батареи, питающих комплекс. Царство науки. Если бы не Петров, грандиозный праздник бы получился. А чё это вы это самое не чините уже рельсы-то, ё-моё. Работа же автоматизирована. Да, озеро какое-то никакое. Это что, полимер что ли какой-нибудь? Или у вас просто так? Может у меня что-то не включено, а? Качество. NVIDIA Reflex включена. Это не про меня. Это не про меня. Не про меня. Придет весна. Да, я вижу.
Вовчик, черный Вовчик. Ну-ну-ну, давай, давай. Ой, ой, промазал. Это прямо этот самый мародер. Так, что-то у вас. Мне кажется, ребята, что трое на одного — это не весело. Сейчас я, по-моему, даже больше. Кнопка техобслуживания грифа. Что она дает? Гриф приземлится для взаимодействия с техником. И долго он будет стоять? Без контакта с инженером-ремонтником очень недолго. Что вы задумали? Взлечу на гриф и осмотрю местность сверху. Может, увижу что-нибудь. Да? А чё, так можно было? За трубу цепляться, что ли? Держитесь крепче. Взлет на грифе конструкции не предусмотрен. Может, спуститься по канату? Чегось? Ничего себе. Ну, давайте. Эй, а как ты спускаешься-то? У тебя там перчатка железная, что ли? По канату, блин, по тросу. Интересный пытались бы, блин. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме медного атома. Птичьего? Боги труда. Так, что-то мне подозрительно это. Уж сильно выглядит как арена. Ну, в смысле, не арена-арена, а арена-арена. Арена для боя. Есть у меня подозрение, что что-то сейчас будет. Что-то у нас по патронам. Ага, ну что-то есть. Калаш-малаш. А это что у нас такое интересное? Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она ведь такое солнышко. Что делать надо? Подождите, у нас тут посмотрим на ачивочки. И это нам не интересно. Все достижения. Убейте килбеляш. Килбеляш, килхедж. Килплющ. Странно, что не обозначилось. Килплющ. Ну блин. Дюдроп. With a melee weapon. Давайте милишкой убьем. Ха-ха. Гася. Ой, я понял. Настоящий самурай не боится. Ай, блин, больно же. Что ты творишь? Ой, так. Раз, да. Стоять, стой. Отвали. 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 Отвали.
давай уже, успокойся. А, вот, я понял. Да ёп, красота. Вали, блин, от меня. Так, надо перенастроить, это на V просто неудобно нажимать. Птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Ну что же, попробуем теперь так. Выберите желаемое действие. Ствол надо качнуть позарез. Ствол. Где это нам? Давай, швед, есть что-нибудь интересное? Звучит хорошо. Интересно, я могу разобрать что-нибудь из этих? Кассетник. Или это все типа. Потом надо возвращать. Складоразбор. О, склад. Есть склад. Ура, склад. Так, на данный этап нам не понадобится. Нам понадобится вот это все. Маленькая капсула, это тоже я ставлю. Что это, капсула адреналин, типа быстрее бегать, что-нибудь в этом роде? Блин, надо с этими расходниками. Определиться. Ладно, нет. Я, наверное, хочу все-таки загрузиться полностью этими. Кстати, можно же разобрать что-нибудь ненужное. Крепыш. Давайте попробуем, может. Простите. Так. Задачка со звездочкой. Так, швед, тебя улучшить можно? Тебя улучшить можно. Это улучшить, к сожалению, нельзя. Ну, вот такое себе, конечно. Ну, ладно, пускай будет. А это что? Увеличение зеркального элементального урона. Ну, не то чтобы оно мне сейчас сильно нужно было. Ну, ладно, пускай. Пускай так. Побегаю сейчас. Как Конан Варвар. Сохранение данных.
Пойдем, посмотрим. Я так полагаю, что на бабке ёшки. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она ведь такое солнышко. Не говори. Собака малахитовая. Ай. Ну когда ж ты устанешь-то? Надо еще вовремя это поставить, хрень. Блин. Поменял, да? Тогда успокойся, собака ты, пьяная. Блин. Отпусти меня. Какая сильная и все остальное женщина. Да ятрит, матрит. А блин, одно за другим. Да еб твою мать! Куда ты меня тащишь? Отвали, отвали, железяка Куева. Да я карнавабай, как... О, супер. Еще чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть. Что ж ты такая, а, железяка? Ай. Так, надо следить за врагом. Так, ёкарный бабай. Да-да-да. Блин, не в ту сторону, не в ту сторону. Эй, ты где, блин? Сволочь такая.
сука. Хорошо попало. Это был мирный робот? Серьезно? Это вот эта вот штука мирный робот? Вам виднее, товарищ майор. У вас богатый опыт взаимодействия с боевыми роботами. Фух, Родина тебя не забудет, да? Трындец. Так, где-то тут была станция сохранения. О, и ворота открылись. Прекрасно. Так сказать, вот тебе парк выставок. Не привык еще. Майор, оружие или способности? С такими соседями, блин, ничего не надо. Майор, оружие или способности? Что я тут себе награбастал? Может, я теперь могу улучшить? О, сколько всякой фигни. Рециркулярный магазин. Это хороший вариант. Так. Дин-дин. Точно, надо же собрать. Дайте мне... Точно. А, тут же не важно, все равно. Вот этой фигни надо нагрузить, посмотреть, что это такое. Динамо. Ракеты крепыш. Ну и немножечко этих самых. Ух. Создать может что? Снежок. Окей. Сохранение данных. Что-то надо придумать с этими кнопками. Гэкью. Может, как раз таки геймплей, управление. Настройки управления. Так. Шок способности. Это неинтересно. Взаимодействовать. Е. Давайте. Использовать расходник Q. Следующий расходник. ZX. Вот. Карта ML. Хорошо. Инвентарь. Инвентарь J. J, потому что у меня маленькая клавиатура. А тут мы поставим там способность 1. И тут у меня взрывается мозг. Теоретически оно должно быть быстро используемым. Пускай вот Г как раз таки, которая
И что-нибудь из разряда па-па-па-па-па, па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Меню кассет, вот это вот хорошо, пускай останется. Так, хотя, наверное, можно было. И поставлю на Т. Такие достаточные. Да, давайте. Да, давайте сохранимся еще раз. Да куда ж ты бежишь? Куда ж ты котишься? Пилорама несчастная. Как торжество. Впечатляет. Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного. Если только не труп вокруг. Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0. В понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство. До понедельника я здесь все исправлю. Буду рад, если ваш оптимизм оправдается. Бои. Груди. Ленин такой молодой. И тут запер. Кто все это запирает? У него дома, наверное, даже сортир на кухне. Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей Солнечной системы, которую вы видите высоко над входом. Чё? Я не понял. Я тупой, и я не понял. Так, Уранус. Что за херня? Что ты хочешь? Система. Как это, блин, работает, ребята? Ну, да ёпарасотэ, блин. Вы такие умные, поставили всякую херню. Попытайся разобраться. Чё происходит? Чё, где? Где что двигается? Ё-моё, вы задрали со своими загадками. Как вы, сука, бесите. Что тут? Да ёб твою мать. Опять ругаюсь матом. Потому что очень большая фрустрация, сука. Что тут, блядь? Что она делает вообще, блять? Не сам толку взаимодействия, ничего. Система зеркал должна что-то там сфокусироваться.
Чё ты хочешь, блядь? Где мои задачи, ёб твою мать? Где вот это? Найдите способ по... Твою мать, сука! Это, возможно, если смотреть, что там... Что они хотели, будет понятно? Блядь, пидерасты. Так. Спокойствие, только спокойствие. Вы что-то хотели там, чтобы я понажимал всякой херни. Вот это вот что такое, блин, она нихуя не цепляется. Ай, блядь, ненавижу. Ненавижу, блять, вот это вот. Люди, блять, не протестировали нормально. На таких, как я. Что происходит? Так, я, по-моему, сделаю сейчас экстренный... Стоп. И пойду гляну. Да, блин. Тут этот механизм взаимодействия с телекинезом проработан, блять, на самый стоп. Сука. Застопорило подъемный механизм и не позволяет зеркалу подняться. Понятно. Снова лазать по подвалу. Да, наверное, для джойстиков нормально, но, блин. Так, отлично. Правое зеркало установлено. Что-то застопорило. Ну где и чё? И чё? И куда? А, туда нужно залезть. Ну, здравствуйте. Фух, херня какая. Опять я. И череп с костями. Очень ободряет. Где? В данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Электричество под ногами майора. О, загадочки в духе Polarity на этих. А, как там я, господи. Напомню, что вы можете менять полярность магнитных модулей одним ударом вашего шокера. Короче, как клоны портала второго или первого, неважно. Типа Polarity, там этот Runner, как там, Dark Runner, что-то такое было. Было бы интересно, если бы для Atomic Heart выпустили такой SDK, и можно было создавать карты. Так, что там у нас? Полярность. Нахрена мне менять полярность? Ух. Это интересно.
и полетели. Ну, прикольно. Ну, за... Вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне? У меня нет таких навыков. Ух ты какая. Тогда несуйся под руку. Так, что-то мне кажется, что надо прыгнуть. Что-то у нас есть вообще хорошего? Может какая? Смерть... Ай, ёкарный бабай, что я... А у меня есть вообще? А, нет, Q. А, смотрите, а подсказка осталась той же буквы. Это баг. Это баг. Так, ну ладно, я заправился по самое не хочу, хотя и не хотел. Так, видите, до сих пор еще не сориентировался до конца. Ой, хомуха, цикатуха. Па-па-па-па. А, нормально. Так, внизу что-то интересное вообще было? А то я тут так пошел, пошел. Пощель, пощель. И пощель. А тут так сразу и не увидишь. Ага. Стены, стены, шпалы, шпалы. Кстати, там что-то внизу можно посмотреть. Ай, ё-моё, ёкарный бабай, что ж так сложно-то все. Ну, чё-то я не могу забраться-то. О, тут он могу. Привычка. Пальцы. Пальцы помнят. И херню делают. Так, что-то тут есть. Ой. О, труп. И товарищ, ты стой. Ты Олега не видел? Зависит от того, кто такой Олег. Да, коллега мой, вместе работали. Он с этим говорил, что нас эти штуки убьют. Ну вот и поспорили с ним, кого первые магниты разорвет. Как тут все началось, мы друг друга потеряли. Вот я теперь и не знаю, выиграл я спор или нет. Ага. А что это вообще за магниты? Что они делают? Это магнитная амортизация для гашения любых вибраций. Когда у тебя в одном помещении опаснейшие химикаты или, например, ядерный движок, а в соседнем муравы мрутруют. Без таких штук нельзя. Против землетрясений, просадок, крыш, фундамента. Ну и чтобы в фойе все эти красивые спиральки ДНК не побились, если тряхнет вдруг. Так что там с Олегом, да? Понятия не имею. Жаль, да. Я не буду отвлекать живых делами мертвых. Надо Олега найти. Олежка, Олежка, Олежка. Так. Все тут у нас есть, ничего у нас тут нет. Темный подвал. Бесите. Да куда ж ты полез-то, ёкарный папай? О, прямо под самое солнышко. Так. Два ящика. Так, да твой... Да что ж такое-то? Ладно, может это не сейчас. А потом... Это сейчас. Так, непривычная кнопка. Ох ты ж, звездочка.
То есть теперь обратно так вот не забраться, да? А? Это так можно забраться. Я обязательно узнаю. Опять эти уроды, Усан. Да. Даже без вас. Чего уставился у шлепок железный? Пора на свалку. Подходи. Подходи. Кто первый будет? А вот классическая загадка. Да, я этот замок по щелчку пальца снимаю. Ну, точнее, пяти. Кому это интересно? Еще одна дверь без замка. Раз, где тут рыли? На стенах я ничего похожего не замечал. Ай, да. Что-то залезть можно, нет? На стенах ничего похожего я не замечал. А дверку тут можно это открыть как-то? А вот дверка открывается. Открывается дверка. И что дальше? И тут что? А, тут совершенно неприметно такой ящичек. А может, надо... Опять загадки. I was elected to lead, not to read. И тут загадки, и там загадки. Не понимаю. О, господи, тупничок. Нам за дверь надо, правильно? Нам надо за дверь. За дверь нам надо. Что тут такое-то, господи? Ну ты хоть покажи, что тут творится-то. А, блин, кстати. Зачем тут вообще этот грёбаный лабиринт? Ах, система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природных катастроф? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы – это ее обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука — это сила, тут не поспоришь. Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство. Пуф. Блин. Наблюдательность уровня бог. А, бесите. Я тут не квеста пришел проходить. Ящик, всякая фигнящик. Что это за хрень? Я чувствую, чувак из бойлерной здесь. Thank you.
Или это ты все сделал, а? Какой шаловливый негодник. О. Шапки были, костюмы были, сапоги были, плана не было. Ты о чем? Да мы с напарником тут работали на магнитах. И каждый день боялись, что нас по недосмотру заземли. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили, фольгу под каск впихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А убили тебя роботы? Да не роботы, а недальновидность. Еще бронежилетами запастись, оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперед знать. Дальше-то что? Ко всему все равно не подготовишься. Нет, нет, нет. Это оправдание слабых. Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться. Каждый патрон трать с умом. И от убежища до убежища перебежками никуда не суйся без нужды. Как же скучно жить по твоему совету будет. Зато будешь делать, как я. Дальше проживешь. Хм. Есть в этом маленький логический проем. Но тебе, конечно, виднее. Шапки были, костюмы были. Как скажешь, я дальше пошел. Определенно. Маленький-маленький. Да, почем знает, кто там первый, кто там второй. Рассчитаюсь, да? Что там надо? Нам туда надо? Ну, давайте посмотрим. А кто тут все это наделал, а? Что это за... роботография. Срам. Негоже советскому гражданину. And... Ах, вот. О, вот оно так вот, да? Прикиньте. Брат, какого черта товарищ Молотов ополчился на академика Сечина? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у академика Сеченова плоды его трудов за два дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Боюсь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты че несешь, перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сечин. Не спорю, но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сечинову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажет, что во всем виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако, что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так. И что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпримут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Что-то дернулось, я это самое, какой-то скрипт пропустил. Давайте еще раз. Так, раз, два, нет. Я что-то тут помню, кто-то там собирал эти... Па-па-па-па-пам. Роботов по назначению. А, вот, я понял. Это разное. Ч
черт. Кто-то явно решил порталку устроить. Что это за робоэротический экстаз? Так. Так. Не туда. Да, господи, не туда. Ах ты ж как. И не так, да. Так, смотрим. Опаньки. Опаньки, фигня какая-то, да? И не говорите. А, блин, опять подняло. Так. Нам нужно сюда. А это значит, что... Поднимаемся сюда. Блин, да, не блин. Так... Вот я того же мнения. Так. Что там такое? Все гораздо проще, нет? Бля, все гораздо проще. Я тут лохмачу бабушку. Не по делу. Думал, там такое, такое сика. А не, подожди, там. Интересно же попасть к мне к этому. Или не интересно. А, там трупик, там надо к нему попасть. Типа, хочешь проходить, проходи. А хочешь немножечко интересных знаний узнать? Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и все пропало. Но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или отряд аргентум, подчиненный лично Сечину. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые найдут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же, в смысле, ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив. Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чинуша. Именно. Все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться плодами их трудов. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. Где я? Равны, да. Равны. Так. У нас две вот этих вот завитушечки, одна туда, одна сюда. Ну и, собственно, весь конфликт заключается здесь. Нет, ну я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все — это значит никто. Когда спросить не с кого, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет.
Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Сеть-коллектив — это, по сути, коллективный разум. Слившееся воедино человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир? Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Для простых граждан существует устройство мысли. Но для привилегированных руководителей созданы эксклюзивные коннекторы с литерной маркировкой. Тот, кто обладает таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой? Это хорошо. Почти. Дело в том, что запустить коллектив можно только с альфа-коннектора. Он ключ ко всему, в том числе к раздаче особых полномочий. То есть альфа-коннектор находится сейчас у Дмитрия Сергеевича? Товарищ Молотов хочет отстранить его от руководства предприятием, чтобы получить альфа-коннектор себе? Именно так. Множество людей, погибших здесь в результате злодеяний предателя Петрова, интересует товарища Молотова крайне опосредованно. Ему нужна власть над сетью коллектив. Он летит сюда за ней. Ебучие пироги. Он мне никогда не нравился. Вечно у него к Сеченову какие-нибудь претензии. Но такой херни я от него не ожидал. Нужно торопиться. Да еб твою мать, ты ж придумал вот этот поставить. И вот из-за этой мелочи тут все заклинило? Сложно тут у них. Вы можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом. Что это за хрень, да? Серьезные люди подготовятся, да? Так, объясните мне, что вы тут придумали такое? Вижу, что синенькое посередине должно быть. Это у вас simple. Dimple. Что-то я... Ничего-то я, все нормально. Ох. Вы уже проникли внутрь ФТНХ, товарищ майор? Платформа «Кондор» с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит, время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать. Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Ах, какой. Чё? Я молчу. Ну вот и отлично. Что за шаги? Только маг. Новейший исследовательский комплекс в форме троидальной камеры. Именно здесь проводят грандиозные эксперименты по управлению термоядерным синтезом. Только вместо раскаленной плазмы в коридорах комплекса текут светлейшие умы нашей Родины. Руководитель комплекса Игорь Николаевич Головин. Да. Успешное использование роботов в народном хозяйстве показало, что автономные механизмы способны выполнять целый спектр задач в условиях тяжелых для человека, глубоко под водой или высоко в горах. Близится время, когда первые роботы, сошедшие с конвейеров нашего предприятия, отправятся в космос. Испытания по отправке человека на далекие планеты уже идут, но, возможно, первыми на них ступят роботы для исследования местности и постройки сооружений, в которых были бы созданы пригодные для жизни условия. Было бы хорошо. Я все жду. Год 2023.
Прикольно. Так. Так. Чё, я иду до первой сохранялки. Хренаськи. Куда это полез-то? Мелок. Куда это полез-то? Типа можно было... Нет, здесь нельзя, здесь. Кто здесь топает ногами? Как это самое? Реагирует стрелочные индикаторные приборы. Интересно. Двери откройте. Переключение автоматов. Долг дизайнера предвидеть будущее предметной среды, предугадать, спрогнозировать потребность людей в тех или иных вещах и материализовать эту потребность. Вот так вот. А, я помню. Тут надо код найти. Ура, комната. Фух. Авторизация. Майор Петри. Петри Нечаев, да. Посмотрим, что тут у нас. Стальное лезвие. Так. Складоразбор. Посмотрим, что я тут набрал. Что я... Что есть, чего нету. Патроны есть. Даже слишком много патронов есть. Мне столько не надо. Вот так вот. Водочка, кассетник. Посмотрим, что у нас есть по... Если разобрать... А чего не хватает? Этой фигни такой не хватает. Химии. Биоматериал, да? Тоже биоматериал и немножечко химии. Биоматериал, биоматериал, биоматериал. Ладно. Это что такое у нас? Это у нас энергомодуль из каких-то огромных чувачков. Ага. Ежихас. Ежиха. Прикладистость. Конечно. А что это у нас за предмет? Тоже всякая фигня. Ствол. Опять химия. Требуется. Но можно попробовать добыть сейчас. Калимарш. Коллиматор, да? Ладно, на этом, я думаю, мы успокоимся. Что там у нас? Ну, погоди, да? Ладушки. Спасибо за то, что были со мной.
лайки, подписки, комменты, донаты, все, что в ваших силах. А на сегодня все, дорогие товарищи. Adios, amigos, и встретимся в других играх. Ну или в этой же. Все, пока.